12. Число целостности и законченности. Точка завершения и начала. С его помощью мы структурируем пространство и время. 12 лет вместе. Стремились и мечтали. Достигали силы и жаждали устойчивости. Мы не оправдывали ожидания идеала. Мы слишком беспокойны для этого. Мы претендовали только на свой выбор в этой жизни и на право его осуществить. Мы разочаровывали близких, когда на просьбы оставить все как прежде были не согласны. Меняли жизнь и продолжали путь. Мы были удачливы, готовы к новому и настроены на успех. Мы не впадали в чувство вины перед теми, кто так и не рискнул попробовать жить по-своему. Мы учились слушать жизнь и принимать все, что она нам подсказывала и дарила. Мы не подносили спичку к вороху своих неудач. Мы писали на них слово «опыт» и учились. А лезвие собственных ошибок мы затачивали карандаш, чтобы протянуть его другому человеку со словами «нарисуй свою мечту». Ну, рискни, рискни захотеть и сделать свой шаг. Мы не превращали свои достижения в музеи ради того, чтобы потешить самолюбие. Мы благодарили людей и судьбу за наши победы. И, конечно, гордились ими. Но больше всего мы гордились нашим общим успехом. Сегодня мы в точке равновесия. Мы любим то, что делаем, и многого достигли. Нас порой хлопают по плечу. Молодцы. Можно почивать на лаврах. Мы не согласны. Все, что в равновесии, совершенно, но недолговечно. Если не запустить новый виток, новый жизненный цикл, новое движение. Вершины, которые казались недосягаемы раньше, стали нам по плечу. Мы коснулись их рукой, чтобы отпустить и двигаться дальше. Мы знаем свои точки опоры и продолжаем свой путь. Мы люди, жадные до жизни. И то, что задумали, еще не построено. Мы дышим в унисон. Мы вместе. И сегодня нас еще больше манит не сделанное и непокоренное. Кто знает, на что еще мы способны.